я съесть собирался, просто ты сейчас печать будешь. Не печи, пожалуйста. Я съем, не выкидываю, что ли. До свидания. Ты что? Можешь, пожалуйста. Пил, курил что-нибудь? Нет? Я не курил, не пил ничего. Почему? Просто. Ну, запах. Просто плакал. Да запах-то у меня, не знаю, у меня бывает в квартире воняет, потому что кто-то курит, там это соседка сверху курит, бросает папирос. Чё ты ищешь? Чё ты ищешь? Была же вторая такая же банка. Они наверху, я их убрала, эти банки. А, ну ладно, я тогда сам найду потом. Кашу есть будешь? Да. Ты же говорил? Да. Тебе хлеб не нужен? Нет. Ты без хлеба ешь? Я без хлеба ем. Ну, можешь дать мне маленький кусочек чуть-чуть. Я не знаю, зачем. Не знаешь, значит, не нужно. Это может быть без хлеба. Сергей не ел хлеб и гречку, а только сыроедением занимался, и у него зубы стали выпадать. Ну, зубы стали шататься. Ну, понятное дело, что нужно все есть подряд, а не выбирать чего. И он пытался понять, почему. И он пришел к выводу, что это из-за того, что он гречку, либо гречку, либо хлеб нужно есть. Надо все есть. Что, у него прям выпадали зубы? Не, не выпадали, а шатались, как цинга началась у него. Он ел квашеную капусту, не помогало. Пока не стал есть либо хлеб, вот, ну, черный, либо гречку, я не помню точно. Когда же стало? Да не ори ты, что такое, а? Орёт, она пришла здесь. Марш отсюда. Маша сказала отсюда. Марьяна очень хорошая девочка, она, ну, она старше, или сколько мне лет, она это, хочет как помочь мне вообще, даже говорит, волонтеров хочет привлечь, которые будут помогать мне. Хочет распространять картины твои? И деньгами помогать ей, ну, чуть-чуть там, и выставки, выставку сделать из постеров моих картин. Поступлением хочет помочь. Уйди отсюда! Марьяна хорошая. Она, мы с ней общаемся, я вкладываю рисунки свои, как играю в гитаре, в кавычках. Подошел бы меня кто-нибудь. Он только туда же лезет. Я не могу разобраться там. Ленивчиков Антон. Да он живет очень далеко и... Ну ты же по скайпу с ним можешь общаться. Так это надо, чтобы ты реально был учитель. Человек, который бы настроил хотя бы гитару, показал бы реально. Я могу общаться, но там... А что, он не настроил, когда приезжал? Он уже настраивал. Он один раз только, когда приехал, тогда один раз настроил, и все. А ее что, надо как-то расстраивать? Ну, она расстраивается, да, тем более, столько играли уже. И... Будешь?
зефир, я не люблю зефир. Ты попробуй, там вкусно. Да я вообще не люблю зефир. Ну попробуй. Из чего его делают? В нем необходимы вещества для твоих костей. Так это же просто сладость обычная, которая... А из чего его делают? Из желатина, который необходим для костей, для того, чтобы у тебя руки не трясли, для того, чтобы локти согибались и колени. Просто какая-то сахарная, такая, знаешь... Это необходимость. Так же, как для зубов Сергею, так и для твоих суставов. Желательно необходим. Похоже, как будто бы это про пирожное какое-то, говоришь, обычное. Mm-hmm. Холодно очень, я отапливал при помощи банки и кастрюли наливал кипяток много раз, ставил на пол. Все равно дубах. А печку ты не включаешь? Так я включал печку. Причем? Она не помогает. Ну почему? Не помогает. Дубах все равно я одевался полностью. Ну печка что, не греет? Она греет вроде, но все равно что-то она не греет. Она греет только когда закрытая, может там что-то, наверное. Наоборот, открыта. Ну когда открытая, она что-то не греет, квартиру не согревает. А закрытая, как она может согревать квартиру? Когда закрытая, она согревает пищу. А квартиру она согревает, когда открытая. А квартиру, когда открытая, она что-то не очень согревает. Она вообще, по-моему, не согревает. Печки включил. Больше вот это согревает. Там... Комфорки включил, надо было включить. Комфорки? Да это просто она на кухне, а комната далеко. Там кухня, комната одно и то же. Да нет. Я сейчас это Владимиру отправлю, сколько стоит акрил, сейчас, сколько стоит акрил и все остальное. Еще зефир? Если он полезен, то буду. Я не знал, что он полезен. Я думал, это просто какая-то фигня. Мне он почему-то никогда не нравится. Не нравился вообще. Вкусом, ничего. Он какой-то даже... Очень вкусный. Он... Очень приятный, очень вкусный. Ты его съел? На. На, ешь. Будешь, нет? На, запивай. А почему молоком? Ну, вкусно с молоком, потому что, по крайней мере, мне вкусно. Я никогда это не ел. У тебя нет телефона здесь? Что ли? В сумке. Интернета у тебя нет? Спрашивай, все у меня есть.
какой адрес и свой телефон? За... Ты имеешь в виду за интернет, за Wi-Fi в квартире? За телефон? Нисколько не получу, просто... Просто есть. У тебя там нет интернета? У меня нет интернета, я хочу у тебя интернет взять. Зачем? Ну, чтобы твой телефон интернет на мой передал, чтобы я Владимиру написал, отправил, сколько стоит, купил, ДСП у меня. Субсидирует? Ну, я думаю, он заплатит. Да? Так он же передал 1000. Так я тебе отдал все. Но я тебе дам 200 рублей. Там я не знаю, сколько, я сейчас посмотрю, сколько у меня просто. Там что-то не помещается. Блин. Саша, мне твой телефон достает. Возьми сим, купи себе нормальную с интернета. Чтобы связь была на сотовом. Что-то не подключается. Будешь еще из эфир, нет? Я не знаю. Блин, не подключается. А? А где сотовый телефон новый? Он у меня. Но почему ты им не пользуешься? Не пользуюсь там просто. Иногда пользуюсь. Там ничего, я не знаю, там. Какой смысл две симки держать, что ли? А? А как получить эту симку, я не знаю. Зачем две симки-то держать? Как симку включить? Зачем две симки-то мне? Чтобы одна была с интернетом. А, ты это имеешь в виду? Ну да, это нужно как-то сделать, но у меня нет денег. Да и как-то зачем тратить деньги, как будто у нас лишние. Сколько ты платишь за интернет на своем телефоне? 350? А ты сколько платишь? Я плачу 350 или 400 в месяц за Wi-Fi. Ну вот, я пользовался, сидел, мерз вчера и общался там, и выкладывал творчество, и... Ну, а я плачу за месяц 300 рублей. Ну, блин, многовато это как-то для телефона. Ну, у меня там все. Блин, я просто хотел подключить. Там просто твой телефон на расстоянии может передавать интернет на мой. Он передавал. Как он будет передавать? Ты чё? Через Bluetooth. Но теперь почему-то не передает. Он передавал пару дней. Мне как-то удалось подключиться. Наверное, где-то у соседей был Wi-Fi. Нет, твой телефон. Соседи там, у них пароль. Я не знаю, какой пароль, я не подключаюсь к соседям. Я не знаю, что сейчас не подключается. Твой телефон делится интернетом. Как он может делиться? При помощи Bluetooth. А где ты сим-карту нашел маленькую? Нашел, давно еще рисовал.
хотел дать мне ее, что я поставила. А, сим-карту на 4 гигабайта? Да. Да, я могу дать тебе. Если я могу сейчас поискать. Ну что, не получается? Сейчас, подожди, придусь. Тебя я включила, придусь. Сейчас, да. Так. У тебя есть вот это? Есть. Штекер. А, вот провод. Черный провод? Ну, есть. Просто я сейчас дам. Вот он. Вот. Это стрёмный провод. Да ладно. Это нормальный. Слушать это. Бля, он мне звонил. Мне нужно в интернет зайти. Он не заходит. Что же он общает?
Саша, правда, иди ешь, а? Thank you.
Капец. Может, даже что-то соседей какой-то не установили, может, поэтому от соседей не получал. Да нет, какие соседи? Я от твоего телефона получал через Bluetooth. Я просто... Психиатр, однажды подключил мой телефон, я узнал, как ты в этом монстре, что можно телефон раздавать. Свой интернет? Интернет, мобильный телефон. Wi-Fi. У меня был через Bluetooth. Что-то сейчас там нажимаешь, там она загорается, галочка. Отстань, Саша, какая память?
дает особый эффект кофе. Особый эффект дает кофе, что нет проблем с животом, и вкусно, и это, не знаю, форма банки и размер дает особый. Ну потому что я искусственный, я пью, мне всегда плохо было. Из-за внимания пищи. Если попробовал настоящий кофе, то не готовить. Минучка сделал. А, она без сахара. Да, и мне, знаешь, настроение улучшилось чуть-чуть, но... Интересно. У него же специальные там все вещества есть, в которых он... настроение, да? Желание, да. Он вот в этой штуке делал. В турке. Там, типа, он говорил, она просто насыпала, она осела, типа, и все. Типа, это нормально. Осела. Он только из курки пьет, говорит. А вы спросили, действительно ли это бабушка делала? Он сказал, да, действительно. Что-то не магазин. И пицца это. Действительно, в магазин не ставили так много накладывать начинки. Ну, были, когда я попробовал там, на гитаре играли, я на гитаре играл, такой хороший звук. Все звучание хорошее, я не помню. Но ты сказал, научи меня разговаривать гитару. Ну, это нужно... Я могу настроить просто. Желательно, чтобы был вообще идеально, чтобы с кем-то вживую заниматься. Хотя я не могу не настроить. Да, наверное, не сильно настроен. Офигел, Саша. Ты тут вон налил кофе. Он просто в одну ногу.